Я Аня Бардян, будущая жена Никиты Вайлопу. Я Анастасия Кулак, жена Артема Кулака. Нет, еще раз. Я Анастасия Кулак, жена Артема Кулака, действующая жена. Только без кого? Ну, уже первый. Нет. Сразу. Давай. Раз, два, три. Ладно. Она мать. Кристина Нягу. Аплодисменты. Я только ее. Анита Гёрдек. Нора Мёрк. Хайди Лёки. Гульден. Кто? Гульден. Блин, я не знаю. 3, 2, 1, ну. Катарина Булатович. Как нет? Все. А кто там? Гандбольная все. А кто там? Самые красивые? Да, топ-50. Джейсон Стэтхэм подходит. Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Том Круз, а Брэдли Купер. Но, а Роналдо может там быть? Ну, есть один спортсмен. Это Никита Вайлоп. Джон Пен. Уилл Смит! Вариант. Ну, он же красивый. Есть, у вас неправильно записано. Том Хэнкс. Все, раунд? Раунд. Раунд. Еще. Никита, тебя. Артем. Настя. Майя. Никита. Милана. Дарья. Мария. Маша. Иван. Егор. Екатерина. Так. Александр. Аня. Ангелина. Цветы. Путевка на море. Айфон. Конфеты. Платье. Вещь. Машина. Ну и зря. Шарик. Абонемент в... Не абонемент, а как это сказать сейчас? В спа. Ну, подарочный сертификат. Украшения. А, эти для ну, гель для душа. Ну, предметы гигиены. Ну, косметика. Туалетная вода. Подожди. Просто, а, просто косметика. Косметикам нельзя так одним словом. Так все, там уже два осталось. Или одно? Два осталось. Так, туалетная вода, это подходит? Да. Да, я то есть два сразу назвала. Ну давай еще последнее назовешь и выиграешь раунд. Нижнее белье. Ура! Ура! Всех с праздником!